ж перед этими метками. Кому не жалко КД на хилов, можете зайти похилить Валю, быстрее захилим. Блин, тут у нас 4 хила только. Да там Малиша может зайти тоже. Я могу зайти. Давай. Колик пристав кого-то есть? Так, давайте, милики, звезду, РДД, кружок. Быстро сливаем. Сейчас поменяются местами, милики, перебежите. Вот, Нейкис, у тебя ж хули... этот... хули пал есть, не? Я забрал токен, оставь сюда. Так, кружок для РДД. Звезда для миликов. Разбирайте цели. Сейчас кружок портанется в рейд. Отбегаем от кружка потом. Нань, нормально. Пришло время дать сакру. Добивайте звездочку. Добили последний трэш, потом перейдем к другому. Сагрил кто-то. Да, стреба. Танки, забирайте мобов. Все отходим от мобов. Милики, отошли от мобов, они вертушки делают. Отошли все от мобов, никто не бьет трэш. Есть третий танк здесь? Нет. Сэдли, оттягивай звезду. Кто умер, летите сами, бейте пока звезду. Хильте Сэдли, Утроба и Макгрегора. Пропал. Так, звезду тяни, Сэдли. Можете звезду бить, милики. Сейчас он ее вытянут, будете бить звезду. Давайте, все в звезду сыграли. РДД тоже. Ну, давай, пою гимн ману, ставьте темп прилива. Давайте, все в звезду переключились, милики, можете бить. Щитой миликов ДЦ. Все, последний трэш добивайте. Аноэ зайдет. Да. Давайте быстренько убиваем. Тропс, хватай адов, бьем Вальку. Тебе пати кинул. Сейчас она уже продвижается. Может быть.
Так, сейчас надо ставить шкаф. Сумонить хилу. Васаба, ты был АДК на сурке? Стой, Некис, не делай этого. ШДК. Надо релогнись. И все, потом зайдешь сразу, чтобы не ставили шкаф, не сумонили. Принимай сумоны. Сейчас сумму у тебя. Тыкните на сумму. Ну, давайте. Так, Синдин, принимай сумон, рыба есть, фотон, ладно, не надо. Фотон, у тебя хули прист или ДЦ? ДЦ. Синдин, принимай сумон. Ты уже сумонил. Менская, в порталах включаешь ауру коня. Шаришь, да? Так, давайте фубах выйду. Лапу, интеллект, паладин, разбав эти шаги. 26, походу, нет? Не. Мне кажется. Ну, 26 онлайн. А, на экист. Так, танки готовы, хилы готовы, пошли. За звездой будете летать. Нет, я тогда слева. Хорошо. Лапу обновите. Лапы нет. 38 минут. Макгрегор, не танчи этого моба лицом к рейду, потому что он блюет, наносит дебаф другим людям. Давайте справа бейте меня. И не помогайте мне бить взрывом разума. Разобрали порталы. Стим. Так, походу и направо летим. Стим, смотри, у тебя есть проклятие косноязычия? Да. На панельке есть у тебя? Конечно. Вот, будешь вешать на вот этих мобов, которые выходят. И на лече тоже, скажу как, когда. На каких именно? Давление следует. На волдырных зомби, на вальки вешать. На магов, которые выходят. Чтобы легче было сбивать касты. Немедленнее косту. То же самое на лече. Если вешать на леча проклятие косноязычия, он кастует осквернение, заражение медленнее. Соответственно, есть побольше времени выйти с лужи там и захилить. Мелко, вернись. Да, я уже нашел. То же самое с переходках на лече. Да, не кастует визг души. Давление, по-моему, вообще не было, да? Одно первое вот это.
Череп слить. Сколько процентов входит, Валя? 50 лямов хилить. Еще в одни порталы будем или сейчас давай? Давай сейчас, что стеков много. Так, я пою гимн от хил. Первый. Баф на вальке висит 7 секунд, 10%. Фотон, выделяй вальку, пой гимн от хил. Да, не поет. Ёжик в снегу, пой гимн от хил, выделяй вальку. О, отлично. Абуль, теперь ты давай. Выделяй вальку, пой гимн от хил. Чтобы баф висел на вальке. Кстати, я не вижу, что на мне был баф демона. А, меня только что убили. Он же... Ну что, уже пропадает со смертью? Так и всегда пропадал? Да. Не, раньше не было такого. Так всегда давали БР демону, типа. Демон, демон. Баф. Не, ну по идее не должен пропадать. Да, не пропадает баф. Ты просто, наверное, не кританул пэт, или не знаю. А танков тапки. Ой, что-то танкам не надо на РС. Ботинки. Не знаю. Это предпочитает. Про товары РС не танчит, слава богу. Да там всем идет такая. Знаю, у меня с РС есть тапки. Хватит. Ой, ну Дим, ну только ты такой топ. И Войд, прости. Да не, я не топ, ты чё. Давайте поставьте шкаф в самонете, там пару людей. Пару минут отойду, зачем? А на синду тоже тогда будет работать? Чтоб дыхание позже кастовало? Ну, на да. Должно, по идее. Я не тестил, давай посмотрим. Сейчас да, на притяжке можно. Но раньше работало все это, просто каст совсем не немножко увеличился. Так, давайте в центр зайдем, чтобы спустился этот Сивен, запустился. Давайте все за угол встали. Мразечка, ставь ТТ магну по трэш, ну, нанесешь за весь бой 500к. Танки, держите сейчас дракончиков, две штуки будут. По пол только давайте. Есть баф от демона? Кто-то видит его? Есть. 23, 44 сейчас обновится. Что за прикол? Дракончики. Петл сагрил. Это Багаюс. Нет, за это не банят. Спрашивали Корина и не багают. Корин уже не гейм. Это тот, который орех? Да. А что, уже все поперли? Да. Нормас. Вот эти всех мобов. Кольцо, да, там все дела.
это хорошая тема с агро мелких дракончиков. Время экономит. Ну да. Пару минут. Не, так всегда делает, только как будто ты первый раз это видишь. Да, это первый раз. Раньше не кидала кольцо, да? Ну. Я притяните дальних. Un momento. Забафайте лока, пожалуйста. Блин, здесь тоже надо 6 хилов. А я думал, ты скажешь, здесь тоже надо иния вот в комнату, короче, приводить. Да не. Что, можно, кстати, или нет? Не знаю, кстати, не тестил. Не богаёт с дракона заводить. Дайте пристабаф. Мне на хера зайти или что-то говорил? Давай, заходи. Че? Так, это что у нас? ДЦ хапал. 4-5. Тут еще, блин, некого больше спекать даже. Ой, да там есть, Эрдруж. Тарфал. Там походать. Вроде бы пятый хил это для постапов. Все, я понял. А боль, давай ты, хотя, ладно, пойдем в 5 хилов, но это на самом деле напряжно. Давай зайди. Не, у Войда есть, зачем заходить? У Войда есть или он сова не будет. Тут не одна сова. Он единственная сова. Ага. У меня на шамане все равно КД. Ну, по-моему, действует вот на этого. Страх он кидает за 3-2 да. секунды. А на другого нет, что-то не работал. Долго страх кидал. Попробую сейчас на Синдру потом кинуть, посмотрим, что будет. Сейчас за сколько она обычно кидает? За 1,5 секунды, да? Я буду говорить тебе, когда кидать. Или ты можешь покидать. Он 30 секунд действует, я по КД буду кидать. Похитите рейд. Так, давайте шкаф. СС на буль кидаю, Стим. 23. Это 1 час 53 минуты идем. Ну давай, Джерин, отходи. Пойдем в 23, там надо очень срочно людям отойти. Будет весело бить.
Чек на пул. Тогда смотрите. Приземляется Синдра, сразу даем рост. О, ни к чему пришел. Давайте спускаемся вниз. Все готовы, все подтвердили чек, можно запускать. У кого фрост резист стоит? Присоедините. Тогда пока команде будешь кидать мастер аур, скажу. Так, дали рост. Блин, по ССам забыл. Мы летаем давай на Абуля. На Абуля уже кинул Стим. Хорошо, мы летаем тогда на Юльчика. Кините там на переходке. Прихила освобожденка. Притяжка 3. Пропал. Не, на босса не действует, также полторы секунды. Олег вылетел. Далеко стоишь, не могу кинуть стрелы. Метки рассосались, спустились вниз, друг от друга рейдж ловите. Подбиваем до половины, по центру падает. Бой ведь не хватит. Осторожно, дальнюю глыбу в центре подбейте, левую с краю подбейте. Да там Олег. Чё? А, ну и что? ГП, блядь, последняя справа близко. Не бейте склеп, мало ХП. Так, я вылью. Заходи, ты живой. Разбили склеп его. А бомбы еще идут? Нет, не, заходи. Ты в глыбе был. Поставь боком, крей идут. О, вот это повезло. Ты зашел, да? Все нормально? Ты что, прижми там? Стим попал. Вот, ну поднимай тогда Стимпа. Без притяжка должна быть. Набежали. По-моему, она медленнее кастует. Три хила освобожденной магии. Если я зависну, но мне мелко, отбегайте от меня. Синдри сейчас взлетит. Метки вперед выносим. На БДК и на протопале метка. Вперед, ты где? Рядом с БДК, справа метка от него. Самая крайняя справа? Нет, в центре я, короче. Возле зеленого портала. Бейте пока равномерно. Звездочка, да? Да. Со звезды все уходим, сейчас будем снимать. Отойдите сейчас от звезды, перебегайте. Прибежали от звезды, ушли все от звезды. Вот он не понимает. Утроп лови. Оффорд, поднимай фотоны, как разобьем твою глыбу. Забирай его, Крикер. Два хила освобожденка, фотон, вставай. Давайте фул баф по рейду, локу баф, присту, лапу, интеллект обновляем, паладин, обновляйте бафы. Третья фаза. Вторая. Побежали. Чувствуете, как ледяная ладонь трепещите, мальчики?
Трихил освобожден, ко вторая фаза пошла. Все глыбы под босса, милики отходим в РДД. Да, глыба идут под босса. Милики отбежали в РДД в кружок. Разбиваем метку. Следующую метку под босса. Оффорд под босса, милики в кружок встали. Милики в кружок. Притяжка, ждем, ничего не бьем. Не бейте, притяжка, отбежали. Сливайте, сливайте метку, смарткил под босса, милики отошли. Альфонс, как там тебя дела, нормально? Сливайте метку. Станки скинули стаки? Да, мы поменялись. Килика, давай. Ну ладно, давай под босса. Велики отошли. Сливайте метку. Так, на хилах нету, освобождет. Следующую в сторону вправо выноси. Потом вправо вынеси. Бейте пока. А, босса, на хилах нет освобожденки. РДД, бейте глыбу, милики, босса. Следующую метку под босса. Некис, давай мастер аур. Васап, давай под босса. Прожимай сакру утроп. Встали все под глыбу. Давайте стаки, притяжка будет. Не бить глыбу. Сливайте метку. Сторожила под босса. Милики отошли в кружок. Сливайте метку. Встали чуть правее в кружок. Блять, на мне стаки и глыба. Отошли. Сливайте метку. Вы так ее дергаете классно. Под боссом. Милики отошли, встали в кружок. Давайте метку. Сейчас будет притяжка после этой глыбы. Давайте, милики отошли под босса, ждем притяжку. Не бейте метку. Бежали следующую в сторону вправо. Ничем вправо. Это не право. Это лево. Кто-то из вас получал вещи? Нет. Но я только кольцо. Ладно, то не считается. Ну там смарткил лучше всего. Охотник шаман. А там обычный покоритель есть? Кто там вот печеньку хотел? Да, обычно нужно. Я уже забирала жену. Ну вот. Покоритель. Тот, кому там ки надо. Печенька. Так, кому там надо Глора на мейн? Нет, не нужна. Макгрегор, тебе надо Глора? Нет. Да, захожу на ДК. Можно отойти, пока ты отходишь на 2 минуты.
дни. Так, кто там? Кто будет диспелить чему, плюсик? Кто может подиспелить? Боль, ты знаешь, как диспелить, да? Какому примеру? Один, два и диспел. Неважно, стоит ли человек в рейде, не стоит. Главное, чтобы человек был жив. Так, утроп. Ты танчил 10 гери? Нет. Ты видел, как танчат? Да. Сейчас, подожди. Я танчил в 25 гери, но один раз. Один трайв, скажем так. Потому что ты нас вайпнул? Нет. Че, один там? Там мелики улетели на ловушках. Да, он со мной в рейды ходил. Там мы постоянно на ловушках улетали, весело было. Да ну, нет, знаешь, это рейд был делать? С психом, с Жаревым, в пятницу или в четверг. Безудержное веселье, короче. Я понял, что таунтить этого надо, когда он уже пошел в Шаркаря, а не когда он еще стоит. Да, то же самое, как с трэшем на сурке. И не надо сжать мастаунт в мелкий трэш. Забирать хочешь на мобов, когда это есть. Ну, время. Его фуриков надо сжать, я так понимаю. Чего? В пулпера там его сжать надо. Мастаунт. Наверное, читаешь, я читаешь, не знаю. Да, да, я вижу, ты там пишешь что-то про товаром. А ты с меликов можешь, в принципе, даже не забирать. Там, если в РТД пойдут, оттуда лучше забирать. С заражением, там, если мам не факт. Так, давайте по станам разберемся. Некис, кружок станешь. Первая валька. Седли вторую, это ромбик. Утроп третью, трусы. Так, что надо тебе сказать, даже не знаю. Когда ты будешь танчить на переходке духа, ты его не ведешь прямо в рейд, чтобы он не дыхнул и мы не умерли, а ведешь боком к рейду. Когда его убивают, становишься в одну точку с нами. Но когда дух еще жив, просто танчишь его параллельно личу. Вдруг тебя схватит, чтобы мы тебя еще разбили. Потом станешь трусы и по команде будешь станешь вторые вальки. Так, вторые вальки станет лень, кружок. Тюменская трусы и Тюменская ромбик, это вторые вальки, и утроп третью трусы. Если что, скажу. Третьи вальки все то же самое, Нейки, Седли и утроп. Все остальное буду по команде говорить. Просто слушайте. Ёжик снегу, Нейки, Сфотон, Смарткил. Ты знаешь, что делать, когда большой моб становится красным? Утроп. Да, у меня символ есть, стоит. Дайте каску по варам, дайте бафу по варам. Хорошо. Ты спрашиваешь о паладина, когда от нас просит у ханта. Что ты говоришь? У ханта это спрашивать надо, а не у паладина. Да, треугольником. Треугольником вводим. Макгрегор, прожимайся. Тут хилы не топовые, чтобы тебя захиливать без прожимок. Смарткил, ты тут? А, Стим, ты знаешь, что делать там? Как на второй фазе, где становиться? Как улетать? Не, скажи стоять. Ну, как не улететь там на второй фазе от вальки, вернуться с порталом? Ну, портал, как еще? Приступав, можно повару? А этот, проклятие кидать на лича или... Да? На первой фазе на лича, на переходках на духов. На первого, потом на второго. И потом опять на лича. И вторая, и третья фаза на лича. Понятно. СС по команде. Дайте фул баф по рейду. На мне нету бафов, нету лапы, каски нету. Каску Некис дай. О, смехнулся в ДД. Ждем. Проклятие на Синду не действовало, также полторы секунды кастовало.
Наверное. Но на лича это 100% действует, проверено уже. Смартил готов, Фотон готов, Мараксус. Мараксус, ку-ку. Все готовы, я запускаю. То, если тут косячит ли, не улетаете не там, где надо, на вальках. Ловушку, на ловушке улетаете. Осквернение разливаете неправильно, кидая ГП. На второй фазе просто стоим в одной точке в звезде. Больше ничего вам не надо делать. Просто дамажить лича, стоять в точке, слушать, что я говорю. Больше вам ничего не надо делать. А надо кому финираж, ребята? Плюс они. Звезду встали, что вы там порассыпались, непонятно. Все, давайте, играем. Встали в череп медведь. Смотрим внимательно на ловушки. Милики ловушки перебежали. Да. Череп, точнее. Чума, 3 секунды, смотрим. Мараксус, выноси чуму. Милики перебежали. Короче, квадрат повешу, блядь, скидывается метка. Сейчас будет опять ловушка, 5 секунд. 3 секунды, смотрим. РДД перебежали, чума 5 секунд, готовимся выносить. 3, 2, 1, чума на only time, выноси. Диспелим. Ловушка, 3 секунды. Смотрим. Мелики перебежали, встали в квадрат. Перестали дамажить лич, встали просто в квадрат. Бьем лича. 10% до переходки. Одна секунда. РДД перебежали, чума вносит краш. Смарткил, снимай вступление. Он летай, выноси чуму. Нейкис, давай каплю на протопала. Ловушка на секунду. РДД ловушка, 5% до переходки. Веди лича к порталу потихоньку. Поверни босса в квадрат, чтобы в одной точке была ловушка, если на всякий случай. Ловушка РДД, чума сейчас будет. Выноси все на край. Утроба диспелим. Сэдли, давай каплю на утроба. Все гимн, на край, да. Все на край. Ставь тотем гимды. Давай, тотем ставь, тебе сказали пусты. Ханты, следим за сферками. На гневного духа повесь проклятие. Стим, повесь СС на Макгрегора. Макгрегор, сбивай косты, сейчас там можно это делать. Я повесил на Абуля. Ну, я же просил, не вешай. Он не там, вешай СС на Макгрегора. Макгрегор, если умираешь, сразу встаешь, тебя захиливает, потом таунтишь босса. Если такое будет. Давайте больше дамаги. Все, последний дух выходит. У нас 13 секунд, чтобы его убить. Потом ведешь духа параллельно рейду. Его добиваем. Если собьешь каску, можно его в рейд ставить. Так, ставлю на себя звезду. Шары добить. Шары добить. РДД бьем. Умного духа 500к. Все, веди под босса лича. Встали в звезду. Не веди дальше лича, как-то так его поставим. Встали в звезду и бьем лича пока. Кружок бьем и трусы. Кружок неправильно стоял. Это лок, по-моему.
Осквернение 3 секунды. Вышли все с центра, набрали рейндж. Афорт, осквернение. Трусы добить. Давайте рост, играем лича сейчас. Осквернение в ты в центр его разлил? Давайте, все звездочку встали вот сюда. Веди лича в звезду быстро. Оттяни лича еще. 5 шагов назад сделай. 5 шагов назад. Еще. 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 Встали в звездочку. Осквернение выносим к порталу. Ой, поверни лича спиной к рейду. Все, вышли с центра. Вышли. Так, играем через ромб. Давай, сакру утроп. Сыграли через ромб. Замедление кидаем. Еще стан. Станы, давайте, лень, станы там. Кружок можно спасти. Давайте кружок больше. Блять. Давайте, все на рейндж. Осквернение 2 секунды. Вышли все на рейндж. Лужа сейчас появится, после лужи все к звезде. Давайте к звезде. Отведи лича к звезде. Все встали в звезду. Станем вальки. Все, играем вальки. Так, кружок. Через кружок играем. Стана нет, через кружок. Играйте через кружок. Или утроп, стань кружок. Я понял. Я же ставлю третью. Не думал, я понял. Смарткил, осквернение, добейте трусы. Так, это плохо, минус, блядь, 3 уже. Давайте опять звездочку. У кого есть станы, плюсики поставьте. Отлично, Тюмель, встаньте как станили. Встаньте быстрее, блядь. С центра все вышли. Ну, давайте. Через трусы играем. Через трусы играем. Лень, стань трусы. Лень, застань трусы. Быстрее в трусы. 200к добить. Потом ромб. Добили. Играйте через кружок. Бля. Ромб унесли. Так, заходим в лужу. Могли ты можешь ставить нормальное лично? А вы же неправильно еще разлили первую. Поэтому 2 человека унесло. Макгрегор, отводи лича в центр. Ровно отводи. Так, давайте по валькам еще раз. Первой вальки станет Нейкист, кружок, Седли, ромб и утроп, трусы. На вторых вальках кружок станет лень. Тюменская. Подожди, так. Да, тюменская, ромб и утроп, трусы. У утроба должно откатиться КД на стан, если в конце застанет. На третьих вальках станет опять Нейкист, Седли и утроп. Если каких-то паладинов хватает, которые должны станет, я по команде говорю другим станет. Давайте бафать резче. Немного не повезло лужей. Чек на бафы.
стаба. Мне кажется, что два ШП в одну валику пыткой кастовали. А то они очень быстро бегали. Какой ужас. Прям твои трапы они были. Были трапы мои. Потом готов. Да. Может, что профитнее чашку одеть, чем клык? Не. Клык. Потом ты тут? Да, да, начинаем. О, труп молодец, начал. Даже способила не было. Короче, Макгрегор. Короче, запомни, где ставить лича на первых вальках. Вот здесь. Потому что звездочка стоит по этой стрелочке. В идеале здесь надо разлить лужи, где квадрат. Потому что на вторых вальках мы встанем вот так вот. Под эту стрелочку. Под вот эту. А лича ты должен танчить в центре, вот здесь, где квадрат стоит. На третьих вальках опять как на первых. И на четвертых то же самое, как на первых. Это если никто не слакнет с лужами. Потому что сейчас херово было бить вальки. Во-вторых. Давайте. Бой начался. Смотрите внимательно. Так, шаркающий вылез, РДД перебежали, ловушка. Чума, 3 секунды, готовимся выносить. 1 секунда, фотон выноси. Ловушка, 2 секунды. РДД перебежали. В звезде слабо стоять? Стойте в звезде, блядь, для чего звездочка вам? Ловушка, 5 секунд. Встали в квадрат, милики. Ловушка, чума, 3 секунды. Готовимся выносить чуму. Чума, 1 секунда. Оффорд, выноси, спринты, диспел. Ловушка, сейчас 3 секунды. 1 секунда. Милики, ловушка, все в череп. Забили на лича, просто в череп встали. Не надо ничего бить. Все, теперь можно бить. Ловушка, 4 секунды. Ёжик в снегу, ловушка. Первая пати диспелим. 1 секунда, чума. На мне чума. Диспел, диспел. Спасибо за диспел, пиздец. Когда там заражение? Бля, сейчас будет. Ты в ловушку встанешь. Полетели. Падайте. 3 человека улетел. Надежда тает. Надежда тает. Видишь, я один раз не сказал про ловушку, трое улетают. Потому что я умер. Шаман сам ли? Только Макрос написал. Погнусь на минутку. Не надо ресать без команды. Сейчас только хуже сделал. Вары, может вы по стаке эти раскал на лече? А то меня бесит одному стак. Сейчас мы решим этот вопрос. Так, давайте посмотрим, у кого самый слабый ДПС варов. Мечом. Как ни странно, нет. Да, он мечом просто... Вылетел, да? Хорошо, ага. Машел? Не, он просто по РПАТИ попросил.
давайте суманете, я в этом степях. Давайте быстренько суманимся, просто не понимаем. Ни к чем, ты в РК слышишь? Стакай раскол на личи. Поднимайте людей. Тыкайте на суммон, помогаем суммонить людей. А боль, ты тут? Я же просил бухмелить сразу. ГКД попало. Что это значит, ГКД попало? Релок. ГКД я не мог переспелить. У меня шло ГКД. Да ты не считай, когда типа чума. Ты можешь просто не считывать на самом деле. Эти 2 секунды ничего страшного не будет. Стимп, дайте этот Джиуса и тыкните на портал. Сторожило тут. Тут давайте фулбаф по рейду, все здесь. Лапу, пристабав, кулак по АДК. Чек на бафы. Вайра, можно еще раз кулак, пожалуйста? Давайте, пейте настойки. Кого-нибудь настоев минус КЕП. Скорее всего. А север считается? Вряд ли. Это что же настоев? Макс, все готовы, я запускаю. А, Дживса есть? Ты и Дживс. А где? Что-то не вижу. По звезды. А, все, спасибо. Все, я запустил. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться? Да, еще маленький нюанс. На первой фазе в конце стопаем дамаг милики. Говорю, вы стопайте, не бить босса, если это понадобится. Интеллект обновите, маги. Сторожила, Маракс, дайте интеллект. Стакала ваш раскол. Милики. Квадрат. Чума 2 секунды. Готовимся выносить. Нейкист выноси. Ловушка. РДД перебежали. Блять, или не РДД, не видно. Да, РДД. 5 секунд ловушка. Милики, ловушка, в квадрат встали. Чума, 4 секунды выносим. Смарт-килл выноси. Ловушка, 1 секунда. Милики, ловушка в черепсе. Последний шаркающий, ловушка, 3 секунды. ДД ловушка, чума, 4 секунды выносим сейчас. 2, 1. Гелд выноси. Макгрегор, уйди от Гелда. Видишь, что он выносит? Ловушка 3 секунды. РДД ловушка. 5% до переходки.
4%. После ловушки смещаемся, милики, смещаемся в РДД зону. Не бить, не бить лича, стопайте. Стопайте по личу. Милики, ловушка, все, отошли от ловушки, побежали. Чума, одна секунда. Гелика, выноси, все, переходим. Переходка сейчас будет. Гелд, чума, диспельте с гелда. Диспел гелда. Все на край. Так, Хелика, пей спил. На ману пою. Давай, мразечка, ставь тотем. РДД отошли от мили-зоны. Проклятие, повесь. Кидали СС или нет? Стимп, давай СС на Макгрегора. Рейндж набрали все. Сова, Эршам, уйди с мили-зоны. Все, бейте шары, бейте духа. Во второго духа переключились. Поворот без сферы. 6 секунд, чтобы залить 4 ляма. Сферки. Веди духа к личу, веди духа к личу. Встали в звездочку. Все, веди под звездочку, веди, духа веди. Встали в звезду. Все, играем под дебафом. Треугольник не трогать. Да, я понял. Ромбик, бейте, кружок. С центра все вышли. С центра все вышли. Он летает, осквернение. Кружок добейте. Давайте рост. Сейчас становимся звездочку. Осквернение выносим к порталу. Все остальные люди к трону уходим. После, так, первую вальку станет лень, вторую тюменская, утроп третью, если откатится к этот стан. Сейчас будет осквернение. Первая валька появится, все разбегаемся. Проклятие не забудь обновить. Все, разбежались. Онлитайм вышел. Так, через кружок играем. Кружок трусы, ромбик это лог. Блять, онлитайм, ты что, не мог в портале постоять? Играйте через ромбик. Трусы играйте. Все, играйте лича. Сначала осквернение. В центр не веди в центр, осквернение сначала. 5 секунд осквернения. С центра все вышли. После осквернения под босса. Макгрегор, что ли? Ай, блядь. Сместились к звезде. К звезду все встали. В звезду быстрее сместились. Паладина станем валик. Все, играем по валькам. Через ромб играем. Станьте вальки. Ловушку кидай. Осквернение 5 секунд. Через трусы играем. 2 секунды осквернения, на рейндж вышли. С центра и на рейндж. Все в центр. Сейчас лужа пропадет, встанем звездочку. Повернешь лича потом. Встанешь как на первых валик. Встали в звезду. В звезду быстрее. Встали в звезду, поверни лича спиной к рейду. Станы у кого-то есть, плюсики поставьте. 4% не хватает, надо валик сливать. Играйте вальки. Осквернение 1 секунда, перед вальками не стоять. Макгрегор, осквернение. Через кружок играем. Вальки надо... Я в ромбике. Потом в ромбик играем. Все, в ромбик сыграли. 500к в ромбик надо. Трусы. Все, все на край, дистанцию набрали. 1% до переходки. Играете в лича, переводим. Осквернение 5 секунд. Все по краю на дистанции. Внимание, осквернение. 3 секунды. Мили-зона, лень, выходи. Все, переходка сейчас, все на край. Так, ежик в снегу. Щиток на себя, споешь гимн на ману. Тотем есть, шаман?
Нету. Тогда просто пой гимна ману. Так, по инерам. Вой, ты заливал инер? Да. Вот, хорошо, фотон, пой гимна ману. Так, бейте кружок. Как будет у кружка 500к, переключайтесь во второго духа. Все, переключились во второго духа. РДД, отошли от мили зоны. Дополнительный урон получает рейд. Хилам тяжело. Все, переключились другого духа. Забери его. Этого надо духа добить, останется еще один. Все, этого добили, переключайтесь в следующего. Так, убейте сферки, подотайте лича. Будем ходить в звезде. Так, СС на Макгрегоре есть. Кто СС не кидал еще? Плюсик. Забыл уже. Хорошо, кинешь на Абуля. Потом. Встали в звезду. Прожимай, мастер Аур, Некист. Давай Сакру утроп. Побежали. Далеко бежим, надо захилить. Впереди бомба, ждем. Сейчас хлопнет, побежим. Побежали. Так, у кого резист шедоу стоит? Плюсик. Хорошо, потом кинешь по команде мастер Аур. Так, мразечка, ставь в комнате тотем гнева земли или как, короче, на хаст увеличивает косты. Будешь лучше кастовать. Так, давайте, сводите лича и духа в одну точку, давайте. Бейте все кружок. Добили, у нас 10 секунд, чтобы убить духа, потом лича будем бить. Все, милики, идите бить лича. РДД добьет дневного духа. Сейчас будет осквернение. Смотрим. Да, было. Нет, сейчас еще будет осквернение. Осквернение не выносим под духов. Выносим на край. Осквернение ною. Все вышли с под духов. Утроб взрывает духов. Духи идут на рейд. Хильте утроба и БДК. Сейчас будет комната опять. Абуль, щитуй рейд. Мразечка, тотем откатился. Пацаны, вам там не сильно быстро веду? Нормально. Я по команде скажу, когда гим дать. И тотем. Давайте звезду. Присты с сушением по духам. Сова, звездопад. Побежали. Утроп. Сакра на КД. 10 секунд еще. Он летаем, ловит духов. Бомб, точнее. Встали в звезду, впереди бомба, ждем, пока хлопнет, потом побежим. Так, ну ладно, давай Сакру побежим через бомбу. Давай Сакру и мастер Аури, если есть. Побежали далеко. Все, встали здесь. 5 секунд до выхода, как выходим, кидает осквернение, и духи спускаются на рейд, поэтому ищем звезду и становимся возле нее. Все, побежали к звезде. Мили-зоне осквернение. Сэдли, выйди с лича. Не туда ведешь лича, к звезде веди лича, духи спускаются, отошли от духов. Блядь. Веди лича сейчас на трон, когда духов хлопнут. Все, пошли на трон. Гимн есть. Все, можешь спеть гимн, мразечка, поставишь тотем. Осквернение 5 секунд. Не выносим только под духов осквернение, а боль осквернения. Все, последняя комната. Поворотим бимбус. Повороте нехороший человек. Сквернение не будет. Давайте комнату. Звезду. Сколько там КД? Сакры, мастер Ау. Много. 30 секунд.
А, дайте ему хапау. Можно спеть гимн от хил, кто может. Если вы не рядом с бомбой. Хотя бомба вас не ваншотнет. Все, сейчас выход будет, потом осквернение. Осквернение, фотон, выйди. Встали за спину ключу и добиваем. Сколько по времени вышло, ну-ка? Три часа ровно. Ты не шутишь, что 2 часа ровно? 2 часа. 2:40 где-то. 1:57 было. Мы стояли на Синдре, бафались. Нет. 2:30 где-то в среднем. Ну блин, у меня рыло голыне 10 минут где-то. И вайп на сурке. Когда на сурке ждали тебя? А, ну да, двали. Два. А что, присты духов не хлопают тут разве? Не. Ну, точка, а не сушение. Да я думал сначала и сушением на ахе. Круточка ДПС. Ты понял, что не надо бить иссушением духов, когда мы не в комнате? Не бей, не делай так больше. Я ж... Ты слышишь, что я говорю? Я ну думал, что? На агрит на себя, потом тучку прожаться. Не, так не делается. Надо Фотон, бить. А ты мультидотил трешак? Что он говорит? Шаркарей, ты мультидотил? Зачем? Так ДПС. Да что ты ему рассказываешь? Плохому не учи. Превращать воинов в плети. Что плохого? Не пойму. Скажите еще, Вары, не клиевы? А можно ДПС посмотреть? То, что делал и то, что делал. Так что не надо. Да, линканите, пожалуйста, по зловещим духам. В комнате, которую я там что-то набил, вообще нет. Мне уже это ирония. 459 тысяч. Вы линканули или нет? Я тебе так говорю, 459. А на месте на каком? Как-то быстро вышла она замуж. Кто, Сильвана? Невозможно. Не. Ненависть не заберет больше ни одной жизни. Короче, есть вариант. Либо перекур 20 минут, я собираю рейд, либо ты, Даня, собираешь рейд сейчас, а я потом подойду. Я хотел подойти покушать. Ну, не, все, давай 20 минут. 22:30 РС. Ну давай я соберу просто. Да ладно. Нет, так ты отойдем и бой. А, вы все хотите, ну ладно. Чтобы не было этого дерьма. Потом пересобирать еще. Это будет вторая РСК. Я понял, ну да, я хуёво собираю. Вторая РСК. Не пробовать этого делать. Да, вторая РСК-то не первая. А будет у нас такое? Типа... Ну вот, могли за 2 часа пронести ссылка, просто немного не повезло. Что ты говоришь? Мощно на орке долго сидели. Да. А совы? Совы носят прилив? Нет. Нет. Прилив на мейн. На, видишь, лог 5.9 получил прилив. Поздравляю. Да Никель. Зря пришел. Так он не нужен никому, прилив.
Мне нравится Unlitime, которого хватало два раза в альках, и мы его разбивали. Олег, я в РСК Фарыч не пойду. Я, наверное, мощные. Потом, если что, завтра в третью попаду, ладно? Уезжать надо. Да ладно. Это я не тебе, Ралли. Хорошо. Так это не Unlitime хватало, Валька? В кружке, что ли? Тим, ты слышишь? А чё ты стоял в центре, если ты лок? А, меня дело всего схватило, я с краю был, да что? Не это понял. Это не то, это другой был человек. Ренева, можно я скажу? Не, подожди, надо разрулить печеньку. Так. Я по поводу коня. А, я его себе заберу. Так, вот троп забирал печеньку, нет? Нет. Я выиграл. А у нас третий, у нас три лока в рейде, что ли? Два. Может, это не лок был? Я видел, блин, я видел просто надпись, что лока хватает, и мы бьем вальки. Стим, тебе хватало валька? Меня дело схватило, но я на краю был, я так, меня никто не разбивал. Ладно, тогда, наверное, самое я первое, что ли? И перепутал ники. Точнее, последовательность валик. Завоевателя ролим. Порт, пожалуйста. Начисляю ЕПА. Подождите, сейчас зайду. А это кто говорит? Стимпи. Ну и ГП сразу на него же.